Блин, дизорд уже как-то по-другому было. Что дальше надо? Thank you.
Что говоришь? Нет еще. А он подумал, как поедет обратно, нет? Thank you.
лебедкой. Я знаю. Потихоньку тяни. Я вот не знаю, я спереди уперся чем-то. Колесо в заднее. Зимой же, а тут лобовое. Это я показал, что я это у меня мозгов нет. Ты это сняла?
вот такой супер тюнинг. Сейчас я его вот сниму, я его уберу сейчас и... Гидрозащита. Гидрозащиту уберу сейчас, из-за которой мы сейчас встали. У него еще как бы туда не полилось. Вон что, вода там, вон. Вот она. Вот этой воды достаточно было бы, чтобы мотор зачах, затроил, задвоил, полные колодцы воды и все, и привет. Но я потом пленку нормально сделаю, повешу ее. Как у меня в прошлом году летом черная была, аккуратно. Все, свечки, вот даже сюда чуть-чуть попало. Но это не страшно, сейчас испарится. Вот так вот. Сейчас бы сидели там, на аккумуляторе вытягивались. Замучились бы на аккумуляторе на одном.